северо-запад Албания ограничивается Черногорией, на севере Косово, на востоке Македонии, а на юге ограничивается Грецией. Албания отделяется от Италии проливом Отранто. Мы отправились на экскурсию в Албанию, только вот пересекли границу. Нас привезли в уютненький ресторанчик для перекуса, сходить в туалет, попить кофе. Так что нас ждет новая страна. Вот на вершине горы крепость, которую мы сейчас будем осматривать. Мы приехали на экскурсию в Албанию. Пожалуйста, первый наш объект. Идите сюда. Балкон называется. Это откуда наблюдали за противником? Да, конечно. Поэтому крепость всегда это самое высокое место, да? Да, конечно. Чтобы можно было видеть врага. Ну да. Да. Красиво, да? Вот поэтому она здесь и построена. Приехали в Албанию, сейчас идем по мегаполису этой страны, город Тирана. Представление было, что страна совсем не богатая, какое-то такое странное было ощущение, что мы попадем в какую-то разрушенную страну. На самом деле все не так, здесь очень много жителей в самом городе. Бизнес развивается очень успешно, активно, очень много строится объектов, запускается этих бизнесов, поэтому все не так уж плохо. Но будем смотреть, пока мы пришли тут в ресторан, там пообедаем и потом будем уже смотреть сам город. Какие вкусные нашли. Hello. Это ice cream? Yeah. How much? Five euro. Half an euro.
Мы гуляем по городу Тирана. На нашем пути католическая церковь, куда мы намерены зайти и посмотреть. Можно снимать, да? Идет реставрация. Километр, а это уже третье место, где вот в таком виде продают. Ну, прикольно все-таки путешествовать, побывать в той стране, в которой даже и не планировал. Сейчас мы в Албании, на центральной площади. Кстати, может, она и не центральная, но нас привезли именно в это место, и мы гуляем аж целый час свободного времени. Это, судя по всему, мечеть, которая рядом с площадью. Елена Александровна очень довольна, выходит из этой мечети. Я уже сфотографировала мечеть, меня пустили. Их знаменитая мечеть, которая... Но это будет видео. I love Tirana. На площади проводится выставка полицейских машин, оборудования. Нифига себе. В Албании полиция на Ламбо ездит. Какое-то событие в 1997 году. И вот, судя по всему, у них дата 2022 году. Но мы прогулялись, устали. Хоть и немного прошли, но жарко. Поэтому присели отдохнуть. И какое наше впечатление от Албании, от столицы этой страны? Ну, город как город. Очень сильно похож на Алмату. Мы, конечно, не алматинцы, но несколько раз были в этом чудесном городе. И какие-то улочки, где очень много магазинов, кафешек, они прям очень похожи на Алмату. Ну, в общем-то, это... Посещение этой страны, этого города, это наш опыт, это наша копилка. Мы ни капельки не пожалели, что приехали сюда, поэтому, если есть такая возможность, обязательно ей воспользуйтесь. Хотя туристы, которые с нами ехали, были противоположного мнения, ну, наверное, это те, которые уже много чего увидели, и их ничем не удивить. А нам это интересно. Что за чудо-дерево? Мы такое даже ни разу не видели. Если кто знает, напишите в комментариях, как называется. Страна Албания. Фикус кто вообще, да? Пруд-пруди. Ну да, растительность здесь, конечно, богатая. Шикарно. Да. Fresh, how much? Fresh. How much? Евро. Евро. One? 300. Лек. 300 лек? Yeah. А евро? Три евро. Для три. А вот и один из бункеров, который насчитывается здесь 750 тысяч штук. Этот бункер в центре города, скорее всего,
он большой. Ну, попробуем зайти туда. Там какой-то вход, скорее всего, в самом помещении. Hello? Это цены на билеты. Normal 500 лейки. 5 евро примерно. Постоянно звучат сирены, какие-то предупреждающие фразы. Но, к сожалению, мы не успеваем, у нас через 5 минут уже встреча нашей группы, мы уезжаем. Так вот, конечно, мы с удовольствием посмотрели, что внутри в этом бункере. Стоимость входа, есть какой-то стандартный билет, он стоит 500, вернее, место. Единицы, это примерно 5 евро. Дорогие гости, перед нами тоже другой большой торговый центр, Ринг называется. Мы сейчас прогуливаемся по одному из исторических городов Албании. Это город Шкодра. Судя по всему, это мечеть. В основном это была кротость религии, кротость религиозных посещений. Почти вся Бензамин из Сауди-Арабия построила эту же мечеть, которая уже посещается мусульманами здесь. Там на втором этаже могут быть женщины, но они не входят через этот дверь, у них есть другая дверь отдельно там, на втором этаже. В 15 веке был Александр Невский, который посетил эту православную церковь. И посещается эта церковь не только туристами. В 19 веке
развитие и смотреть эту прекрасную архитектуру, как вы видите. На самом деле при социализме все были почти разрушены, но реконструктированы уже в последнем. И тут это пешеходное... Пятьдесят центов.